Конор или Хабиб? Конор. Барселона или Реал Мадрид? Барселона. Apple или Xiaomi? Apple. Красота или ум? Ум. Кола или Пепси? Кола. Бэтмен или Джокер? Бэтмен. Метро или такси? Конечно, такси. Оптимист или пессимист? Оптимист. Спать или есть? Спать. Кошка или собака? Кошка. Сын или дочь? Сын. Мерседес или BMW? BMW. Лада или Шевроле? Лада. Краферс или Nestle? Nestle. Месси или Роналдо? Месси. Танцевать или петь? Танцевать. Карьера или семья? Карьера. Макро или корзинка? Макро. Паралич или самоубийство? Самоубийство. Окрошка или кукси? Кукси. Трава или снег? Снег. Трамп или Путин? Путин. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Готова. Сколько тебе лет? Мне 25. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет, я рассталась 3 недели назад. Какой ты национальности? Русская, украинка, белорусская, мадлинка. Кем работаешь? Организатором вечеринок. У меня есть свой онлайн-магазин. Плюс я еще делаю некоторые проекты, которые сейчас в стадии разработки. Какое образование? Высшая музыкальная консерватория. Что ты делаешь лучше остальных? Манипулирую людьми. Какое у тебя было прозвище в школе? Швабра H2O. Ты сама себя обеспечиваешь? Стараюсь. Сколько тратишь денег в месяц? 1500 в Ташкенте и чуть больше, если куда-то езжу и путешествую. Сколько зарабатываешь? Примерно так же, но это зависит от месяца. Самый дорогой подарок от мужчины? Айфон. 3 любимых модных бренда? Майкл Корс, Баленсиаго, Гуччи. Сколько или что предлагали за секс? Я не помню, что предлагали, честно. Я не читаю директ еще. У тебя есть машина? Нет. Какой у тебя телефон? iPhone X Max. Это подарок? Да, это подарок. Веришь в гороскопы? Верю. Религиозная ли ты? Да, я 14 лет пела в церковном хоре. Веришь в инопланетян? Нет. Ходила к экстрасенсам? Ходила. Женская дружба существует? Существует. Попадала в аварию? 2 раза попадала. Была в тюрьме? В тюрьме не была, но была на допросе. Дралась? Постоянно дерусь. Ты росла в полноценной семье? Нет, без отца. Тебе изменяли? Да. Ты изменяла? Да, конечно. Ты прощала измены? Конечно, прощала. Что еще делать? Как тебя предавали? Меня в основном подруги предавали. Бесконечно. Лучшие. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет. Куришь? Да. Во сколько лет первый раз попробовала алкоголь? 22 года. Употребляла наркотики? Да, употребляла, было дело. Умеешь готовить? Ну, смотря что, умею корейскую, итальянскую кухню готовить, что-то такое. Я люблю что-то сложное. Настолько ли ты счастлива в жизни, как выглядишь в Инстаграме? Я еще более счастлива в жизни, чем выгляжу в Инстаграме. Какой у тебя есть комплекс? Комплекс отличницы у меня есть. Материшься? Ну, вот только что материлась на водителя Яндекса. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? Ну, на 7-ку так, наверное. Все мужики козлы? Нет. С милым рай в шалаше? Нет. Если милый, атташе. Если парень напишет директ, ты ему ответишь? Не всегда. Встречалась с женатым мужчиной? Встречалась. Часто смотришь порно? Нет, думаю, раз в месяц. Из-за чего хочешь уехать? Из-за чего? Ну, потому что я хочу какой-то более высокий уровень жизни иметь в своей жизни. Ну, как и зарабатывать больше, и какие-то новые возможности. Самое лучшее, что есть в Ташкенте? Плов. Самое худшее, что есть в Ташкенте? Безграмотные люди. Самый худший твой поступок? Я слила личную переписку. Самое ужасное событие в твоей жизни? 4 месяца назад умер мой отец. Давала взятку? Нет. Как можно познакомиться с тобой? Путешествие, наверное. Количество подписчиков имеет значение для тебя? Да, имеет. Инстаграм приносит тебе счастье? Наверное, да, это самореализация какая-то. Накручивала подписчиков? Нет. Самый обидный комментарий? Это был комментарий от моей бывшей подруги в сторону моей мамы, которая сказала, что у нее старая кожа. Размер имеет значение? Размер чего? Кошелька? Имеет и то, и другое. Вообще. Вообще любой размер имеет значение всегда. Запомните это все. Как бы это так. Ты принцесса? Нет.
Я трудоголик.